кто-то же должен быть. Давай сюда. Уважаемые дамы и господа, слово предоставляется. Так, Владислав, чуть-чуть назад. Салам алейкум, жанат жанат, айт барек болсун, барыңыздарда аманчылык, тынчылык, дайыма ушундай жакшы ойындарда болуп, жакшы күндөрдө жолушуп жүрөрүн насип этсин. Добрый вечер, уважаемые друзья, уважаемые болельщики. Сегодня вся наша кыргызская футбольная элита, наши любимые болельщики, наши друзья, спортсмены, собрались, чтобы провести достойно нашего товарища, брата, нашего заслуженного человека Бориса Петровича. Борис Петрович, вы не просто легенда, вы не просто заслуженный тренер, вы как советского футбола и кыргызского футбола, мы считаем, что вы который тот человек, которым мы гордимся вам. Ваш труд, который прошли дорогу спортивную, и ваши заслуги даст нам еще дополнительные эмоции, дополнительный импульс нашему молодому поколению, который направит на развитие нашего футбола. Ваша заслуга, те, которые старания ваши, ваши успехи, которые вы всю жизнь отдали свою жизнь нашему футболу. Мы гордимся вами, мы благодарим вам. Поэтому, продолжая, мы лично мне очень грустно, но радостно нашего старшего товарища провожать так достойно хотим. И поэтому вам желаю успехов, счастья, удачи в жизни. Но вы остаетесь, вы не уходите. Мы сегодня провожаем все же. Мы с вами будем встречаться. Вы часть нашей футбольной семьи, мы всегда открыты, и всегда дверь нашей футбольной семьи дома открыта. Ждем вас. Сегодня, уважаемые болельщики, думаю, игра будет очень зрелищная, останется в памяти, и надеюсь, что покажете хорошую игру. Желаю успеха, ребят. Урматту, Юрбандар. Урматтуу футболчулар, бүгүн мусулман дүйнөсүндөгү эң ыйык бул Роза айтында ушул жерде чогулуп атканыбызга ыраазычылык билдиргисе эле бүгүнкү айт байрамыңар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Бүгүнкү байрам бул биздин футбол Кыргызстандын футболундагы тарыхындагы Гордой Бишкек Ош Алай командасы менен беттешүүсү болгону турат. Перед этим матчем, какой великий день, Орозо айт күнү, мы провожаем сегодня на пенсию, на заслуженный отдых нашего великого спортсмена, спортсмена великого нашего знаменитого человека в Кыргызстане Бориса Петровича Подкорытова. Поаплодируйте, пожалуйста. Борис Петрович всю свою сознательную жизнь прожил в Кыргызстане и заслуженным своим трудом завоевал авторитет среди кыргызстанцев.
вы сейчас только прослушали его автобиографию, где он только не играл в футбол, он был включен в состав сборной Советского Союза, тренировал ведущие футбольные клубы в Казахстане, в Алжире, в Кыргызстане. Ну и вот последние годы, конечно, его все его великие достижения совпали с футбольным клубом «Дордой». Вот, благодаря его наш футбольный клуб достиг вот таких вот свершений, достижений. Огромное вам за это спасибо. Борис Петровичем я был связан еще в советские годы, когда Фрунзенская «Алга» играла в чемпионате Советского Союза в классе во второй лиге, в Казахстане, класса А, да, и в Узбекистане. Тогда мы вместе поработали друг друга, вот тогда мы поняли, и ушел же там берем, а на ракете везем гулеш полук или таос. Вот, спасибо, Петрович. Ты должен был еще работать, но супруга не разрешает. Хватит, дома надо сидеть, нервно трепать с этим футболом, здоровье поправлять. Ну, в прошлом году попросился, но в этом году, но Борис Петрович у нас не уходит, он остается консультантом у нас. И я думаю, вот как Медер сказал, вот они, наши ветераны, почетное место вам всегда. Вы с нами, вы в нашей футбольной семье. Вот, ребята, вот сколько ребят прошло, да, сколько ребят прошло, вот таких футболистов. Дай Бог, ребята, чтобы вы тоже так же таких высот достигли. И у вас получится, я думаю, всегда у вас получится. Так что, Петрович, наши поздравления, наши самые теплые чувства к вам. Огромное вам спасибо за честный и ратный труд на благо футбола, в частности, кыргызского футбола. Чоң рахмат! Казус! Ровно 576 официальных матчей футбольный клуб «Дордой» провел под руководством Бориса Петровича Подкорытова. Вот, также супруга не будет болеть и говорить, хватит, Боря, сиди дома. 576 матчей, это 576 вечеров нервов, да? Выиграют, не выиграют, проиграют, выиграют, правильно, да? Но вы из 576 матчей, я думаю, 90% выигрывали. Спасибо. Супруге. На все ее нервы. На молоко, масло. Уважаемые друзья, спасибо всем большое за вашу поддержку, за внимание. И я без вас никто. И только вот совместными усилиями мы достигли каких-то результатов, хотя надо еще лучше и надо еще больше. От ребят футболистов я прошу сегодня никаких подарков, галстуков мне не надо. Дордой, сегодня мне самый главный будет праздник и самый лучший подарок – это победа. Алайские ребята, тоже спасибо большое за внимание. Всех я вас уважаю, люблю. И я уверен, что сегодня будет хороший футбольный матч. Вы покажете достойный футбол. Спасибо. Спасибо большое.